Это уже у нас, друзья, первичный рынок. Мы видим, что 652 доллара за квадратный метр, средняя стоимость квадратного метра по городу. Снижение минус 0,31% за месяц. Ну и в разрезе административных районов также можете посмотреть в абсолютных цифрах, то есть в долларах, да, и снижение в процентном соотношении за месяц. Переходим к